Затем в Министерстве внутренних дел состоялась торжественная церемония награждения личного состава и общественных деятелей. Альбина Ламкова продолжит тему. В начале торжественной части собравшиеся минутой молчания отдали дань уважения мужеству, стойкости и высочайшему героизму тех, кто погиб при исполнении служебного долга. Затем ко всем обратился министр внутренних дел Карачаева-Черкесии. Он отметил, что, как и прежде, личный состав ведомства ведет непримиримую борьбу с преступностью, стоит на защите национальных интересов государства, оберегая покой и безопасность граждан. Коллектив министерства встречает главный профессиональный праздник достойными результатами оперативно-служебной деятельности. Основой успешной работы сотрудников остаются выдержка и самообладание, ответственность и готовность в любую минуту прийти на помощь. Такие качества всегда отличали людей, посвятивших себя благородному делу служения России и ее народу. Олег Мальцев, поблагодарив сотрудников за верность присяге, не забыв поздравить и ветеранов за добросовестную службу, пожелал всем коллегам и их семьям крепкого здоровья, мира и благополучия. На торжественном мероприятии отличившимся сотрудникам органов внутренних дел и причастным к правоохранительной деятельности, достигшим значительных результатов в работе, Олег Мальцев вручил ведомственные награды. Сегодня у Тимерлана Атабиева двойной праздник. Приказом министра внутренних дел Российской Федерации ему присвоили звание полковник полиции. Он отдал служению Отечества 23 года. Сразу после окончания школы Тимерлан Хусеевич поступил в Ростовский юридический институт МВД России. Начинал свою профессиональную деятельность в Усть-Джигутинском районе. Чтобы стать хорошим полицейским, в первую очередь нужно трудолюбие. И дисциплина. Этого будет достаточно. Всех своих коллег я поздравляю с Днем сотрудника органов внутренних дел. Желаю всем в первую очередь крепкого здоровья, конечно, мирного неба над головой, родным, близким всем доброго здоровья, осуществления всех задуманных планов. Профессия сотрудника полиции – одна из опасных. Вступая в открытое противоборство с преступниками, полицейские ежедневно подвергают свою жизнь огромному риску. К сожалению, есть те, которые уже никогда не вернутся к родным и близким. Лейтенант полиции Ануар Башкаев погиб в ходе мероприятия по задержанию подозреваемого в совершении преступления. Его посмертно наградили медалью за отличие в охране общественного порядка. Вручили ее маме Люде Качкаровой, той, которая воспитала достойного сына. Спасибо всем органам внутренних дел, что они не забыли, чтили память моего трагически погибшего сына. Спасибо вам всем большое. На торжестве памятным нагрудным знаком почетный сотрудник МВД по Карачаево-Черкесии были отмечены и те, кто оказывал содействие органам внутренних дел в выполнении возложенных на них задач. Надо отметить, что это высший ведомственный знак. Его вручили директору филиала ВГТРК ГТРК Карачаево-Черкесия Светлане Казиевой. Это большая честь для меня стать почетным сотрудником органов внутренних дел. И я считаю, что это оценка нашей работы, всего коллектива. И в этот праздничный день я от всей души хочу поздравить всех сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником. Желаю крепкого здоровья, бодрости духа и чтобы каждый день сотрудники возвращались домой живыми, с хорошим настроением к своим родным и близким. В воспоминаниях о празднике останутся не только искренние пожелания. Память о торжестве сохранит и фото, запечатленное в заключении официальной части. Альбина Ламкова, Либастанов, Вести, Карачаево-Черкесия.